Всем привет! С вами Марина и Дима. И это канал Dance Fit. И сегодня мы с вами разучим движение на песню Эль Тики. Ну а послушать песню и посмотреть сам танец вы можете здесь. И мы начинаем! Итак, в этом танце всего три движения. Разучиваем первое. Работает правая нога. Перед собой и подставить. Левая перед собой и подставить. И три раза. Правый, 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 стоп. Еще разок. Правый подставить, левый подставить, правая вперед, диагональ, в сторону собрать. Правый, левый, вперед, диагональ, в сторону собрать. С левой ноги то же самое. Левый, правый. Левая, 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 собрать. И целиком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Левый, два, три, четыре, левый, левый, левый. И работают руки. В одну сторону круг, в другую сторону круг, и в одну, в одну, в одну, стоп. В другую, бум, в другую, в другую, в другую, стоп. Также один, второй, один, 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 стоп. Вместе с ногами. Правый и левый. И круг, 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 в другую, к левой ноге, к правой ноге. Круг, круг, круг. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Второе движение. Мамбо. Правая нога работает. Вперед. И назад. Левая на полу. Правая работает. Вперед. И назад. Вперед. И назад. Правая. Раз. Два. Правая нога. Правая нога. Правая нога. Правая нога. Движение называется мамбо. Шаг. 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 Окей. Два раза делаем. Правый. 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 И нога остается впереди. Вперед. Левый. Вперед. Левый. Вперед. Левый, вперед, левый. Еще разок. Шаг, 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 шаг. И правой ногой, правой ногой, правой ногой, правой ногой. Движение называется припадание. Припадаем на правую ногу. Правый, правый. Таз подаем чуть вперед. К правой ноге на левую, к правой на левую. Еще разок. Правая нога. Сели на правый, встали на левую. Сели на правую, встали на левую. Припадаем. Встаем. Припадаем. Встаем. Пробуем целиком. Два мамбо. Раз. Два. Три. Четыре. И на правую упасть. 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 Еще разок. Раз. Два. Три. Четыре. И на правую упасть. 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 Во время этого движения, во время припадания, мы будем поворачиваться вокруг себя. Вокруг себя. Вокруг себя. Правая нога работает, переносит вес. Левая остается на одном месте. Как циркуль вокруг одной ноги поворот. Мамбу мы будем делать по диагонали. Правая нога. Правая нога. И упасть на ногу, упасть на ногу, упасть на ногу, упасть. И во время припадания руки работают вокруг себя. Окей. Пробуем. Правый, правый, руки, нога, все работает, окей. Остались в ту диагональ, все будет с левой ноги, мамбо, левый, правая на месте, левый, правая на месте, и припадание на левую, на левую, на левую, на левую. Все то же самое, таз подаем вперед, правая прямая, левая, согнутая, и, согнутая, и, согнутая, и, согнутая, и, окей. Левая нога. Раз, два, три, четыре. На левую руки. Круг, круг, круг. И также во время этого движения, как циркуль, мы поворачиваемся вокруг правой ноги. Левая работает. Поворот идет. Руки здесь. И левый. Два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь.
Окей, целиком движение будет начинаться с правой ноги сюда. Повернулись. С левой ноги в эту диагональ. Повернулись. Пробуем. Правая нога. Раз, два, три, четыре. На правую, на правую, на правую. Левой ногой. Раз, два, три, четыре. На левую, на левую, на левую, на левую. Окей. И можно будет усложнить, добавить не стопу на мамбу, а пятку. На пятку нога, назад. На пятку, назад. Но так слишком просто, мы сделаем на пятку, развернуть, назад. На пятку, развернуть, назад. Чтобы работал таз, завернуть стопу, развернуть и назад. Завернуть, развернуть, назад. Завернуть, развернуть, назад. Завернуть, развернуть, назад. Носок работает. Носок работает. К себе, от себя. К себе, от себя. И левой ногой также. К себе, от себя, назад. К себе, от себя, назад. Шаг. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И тогда это движение будет выглядеть посложнее. Пробуем правой ногой на пятку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Заворот. Два, три. И другой. Пум. Пум. И на ногу, на ногу, на ногу, на ногу. Окей. И последнее движение будет чуть сложнее. Мы шагаем. Степ-тач. Правой ногой, левой ногой. И два. Левой ногой, правой ногой. И два. Рукой толкиваемся от себя, два раза, от себя, два раза. Не просто махаем руками, да, а как будто мы оттолкнулись от чего-то и проехали. То есть, раз толчок, два толчок и один, второй. Один, два, пум, пум. Окей. И это еще не все, конечно. После этого мы сделали 1, 1, 2, остановились, левую ногу ставим на носок и работает таз. Пум, 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 пум. Пятку заворачиваем наружу, колено внутрь. Пум, 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 пум. Таз подаем вперед, вперед и наверх. Правая нога чуть согнутая, левая на носочке, работает таз, 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 таз. То есть у нас получается пум, пум. Два раза. Таз, 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 таз. И другой ногой. Шаг, шаг. Два раза. Правая на носок. Работает таз. Пум, 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 пум. Еще раз. Один. Двойной. Таз, 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 таз. Один. Двойной. Таз, 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 таз. Опорная чуть согнута. Правая. Левая работает. И наоборот. Левая чуть согнута. Правая работает. Окей. И во время этого движения мы добавим руку. Одна рука внизу. Вторая рука работает наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх до диагонали. И опускаемся вниз. Пум. Пум. Таз. 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 Пробуем синхронизировать. Таз работает. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. С рукой. Раз, два, три, четыре. Таким образом мы корпус подаем в одну сторону, а таз в другую. Происходит скручивание. Должны почувствовать вот здесь натяжение. То есть раз, два, три, и с другой ноги также. В одну сторону рука, в другую сторону таз. Раз, два, три, четыре. Пробуем это движение целиком. Шаг, шаг, два. Рука наверх, вниз, наверх, вниз. Шаг, шаг, два. Рука наверх, вниз, наверх, вниз. Попробуем еще разок. Только бедра. Левый, 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 левый. Помедленнее. Левый, 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 левый. Рука наверх, рука вниз. Рука наверх, рука вниз. Каждый раз работает таз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. И с другой ноги.
правая перед собой. Таз, 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 таз. Рука наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. И попробуем целиком. От себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Отлично. Ну а теперь кликните сюда и пробуйте танцевать вместе с нами. Также не забывайте подписываться на наш канал. Новые видео выходят каждую неделю. Танцуйте вместе с нами. Пока.